Вот люди ходят, может, кто своих узнает. Ну вот, смотрите, люди ходят, ждут бедную воду. Ну, наверное, да, реально. Эвакуация готовится, кто там еще собирается выехать, кому есть куда выехать. Остаются те, наверное, кому просто некуда выехать и нет возможности материальной. Вы же понимаете. Ну, готовятся вон люди, видите? Идут, кто по воду, кто заряжать телефоны. Не знаю, может, плохо видно. Ну, какая есть уже связь, ребят? Все нормально. Это тоже дом пострадал, конечно. Тут все нормально. Люди ходят. Фу. Людей еще много. Это еще не все вышли. Ну что, тут еще генераторы работают. Возможно, люди еще зарядят телефоны немножко. Насколько хватит, не знаю. Так, это на эвакуацию, смотрю, с сумками. Так, ну все, ребят. Я думаю, что я весь Угледар уже обижала. Показала вам все, что могла. На сегодня, если ничего такого существенного не произойдет, сейчас поднимусь, вам все это скину. То на сегодня все. Всем желаю быть здравее.